Да все, мой золотой, не плачь, все. Ребят, Маргарите было бы интереснее на кладбище сходить. А тут совсем нет. Так, нам дали такие наушнички прикольные. Это нужно потом на плей нажимать, да? Доброе утро, страна. Встаем. Привет, ребят, у нас уже утро следующего дня. Как вам тут спалось? Хорошо? Замечательно. Уже почти 9 часов утра. Давайте встаем. Не замерзли? Ночью такой был гром, дождик. Вот. Малышня у нас еще спит. Давайте встаем. Сегодня у нас еще поход. Последний день. Последний день сегодня гуляем и домой. Давайте. А мы пришли покататься на вагончике в гору. Утром вышли пораньше погулять. Дай мне тоже одну. Спасибо. А Макс у нас боится, не хочет с нами ехать. Макс, там ничего страшного нет. Вагончик поедет наверх и все. Трусишка, зайка. Сейчас придет 10 минут, у нас еще 10 минут надо подождать, и мы поедем. Бедный испугался. Смотри, рулить можно. Будешь рулить? Смотри, как красиво. Это дай, Макс, давай. Да все, мой золотой, не плачь. Все, я рядышком буду, хорошо? Давай. Все. Все. Он испугался, он испугался. Все, мы уже едем. Ну там не видно. Все, мы поднялись наверх, теперь будем пешочком спускаться. По тропинке. Тут такая, как лесочек. А там кладбище, да. Вот там за забором. Ага. Там кладбище. Но мы туда не будем заходить. А зачем? Ну, посмотри. А там зомби. Какие зомби? Там кладбище просто. Зомби. Ну а что там делать? Вон, смотри, через забор. Через забор вон, смотри. Малинку съела свою? Вкусная? Нет, кислая. Зеленая она еще была. Маргарита нашла малину и съела ее. Да, тут такие улитки большие. Но она оставила свой домик, да. Давай соберем. Она оставила свой домик. Покажи малышу. О, смотри, улиточка тут была. Сейчас мы придем. Следующая наша поездка это в музей. На кладбище хотела. Тебе интереснее на кладбище? Странно. Ребят, Маргарите было бы интереснее на кладбище сходить. А тут совсем не страшно. А тебе нужны эти экшен, да? Да. Посмотреть на могилки. Нет, мы сейчас пойдем посмотрим на машины. Порш. В музей машин. Но зеленая, Маргош. Она зеленая. Ну и жди. Смотри, потом 100 лет не будешь вылазить. Папа, у нас опять как лошадка. Назад так, облокачивайся. Все, пошли мы опять. Погуляем.
немножко. Давай, слази, ходи. Так, мы сейчас на другой поезд пересядем. Побольше уже. Вот такие вот большие. Сейчас на большом поедем, Макс. Только близко не подходите, пожалуйста. За белую линию нельзя заходить. Штраф 1000 евро. Нет там никого? Нет. Сейчас приедет. Видишь, они красные. Угу. Гораздо меньше. Да, они пошире, да? Да. Они между дорогой. Заходим. Еще раз. О. Все, поехали. А, Нима. Да, либо Нима. Нима. Садись, садись. Шмутки. Шоколадки кушаешь. Едем, едем. Вон машинки стоят уже. Порш. А вон, смотри, прикольно. В общем, мы пришли в музей. Вау, какая машинка. Макс, смотри, машинка. Там фотографируется тоже. А здесь нету кровати. Клево. Смотри, сейчас мы купим билетики. Пойдем туда, Маргуш. Так, нам дали такие наушнички прикольные. Это нужно потом на плей нажимать, да? Мы будем слушать информацию. Подожди пока еще, подожди пока еще. Самокат. Все, готовы? Давай, давай, давай. Опа, все, поехали мы. Ну, наверное, не знаю. Попробуй, нажми, что там говорить тебе будет. Анна... А, да. Я включила. Необычная такая. А вот как они там сидят-то? Гоночные. Ага. Голубенькая. Смотри, я знаю свой номер. Какой? Я думаю, что это этот номер. Какой? Да. Этот номер? Конечно. Угу. Какой номер? Такой цвет красивый прям. Ой, какая желтенькая, красивая. Мартини. Такие прям яркие, разноцветные. Желтенькая, зелененькая. А? Ну? Разноцветные такие. Что-то я уже устала. Ты устала? Я тоже уже устала. У меня аж ноги гудят что-то. Очень много машинок. Вон там мы уже были. Наверное, уже заканчивается. Да? Уже заканчивается? Как в телефоне прям. Так, это не хочу, это уберите, да? Такая. Это на крестик можно нажать, да? Выключи, я не хочу это смотреть. Здорово. Все, мы уже закончили наш поход. Туда прямо. А. Последняя машинка. Она уже к выходу. Все, выход здесь. Ксюша бежит. Давай быстрее, 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 быстрее.
В общем, мы вам все машины, конечно же, не стали показывать, потому что их очень много. Так, немножечко вам показали. Вот сверху. Все, поехали вниз. Каролина. Давай, прыгай. Опаля. Все, поехали. Так, все, пойдемте. Прошли мы нашу экскурсию. Моя цепочка я подарила Полине, потому что они забыли взять. Нам подарили, да, нам оставили вот такие вот для ключей. У нас все равно их 6 штук, поэтому я отдала свою. Ну, теперь 5. Каждому на ключики. Вот машинка сейчас стоит. Макс с машинками идет. Ну что, ребят, мы едем уже домой. Да. Макс у нас уже отключился. Он спит уже. Ксюшка тоже спит, да? Маргарита, у Маргариты перекус. Что ты там ешь? А, Орео. Ксюшечка спит, но Маргарита не спит, потому что она дома поспала немножко, да, перед отъездом. В общем, мы поехали домой. Да. Сейчас уже вечер. Да. Уже почти 7 часов. Дождик пойдет? Не знаю, дождик пойдет или нет. Посмотрим. С подарочками. Нам подарочки подарили. Да. Тут ходили в этот музей и машинки купили. Макс не удержался, конечно же. Он не уйдет без машинок. А это мое. И едем мы домой. 2 дня отдохнули хорошо. Очень нам понравилось. Теперь едем домой. Вам там весело, я смотрю, да? Девчонки. Чем вы там занимаетесь? Девчонки, вы чего? А это откуда? Вы что, машину поломали? Это запчасть от машины, что ли? Че? Наконец-то мы дома. А дверь кто закрывать будет? Никому дверь не нужна. Вещи разбираем, чистые, грязные. И спать. Устали? Да, хочется спать. Все, давайте. Разбирайте свои сумочки. А вон, да, наверное, нет? Ты там ей норки все ломаешь, он на норки строит, а ты ломаешь. Привет, Кики. Ты такая у нас, по-моему, толстенькая стала, да?